Это город Тулун. Здесь идет такая крупномасштабная реконструкция, восстановление. Ну, это не та часть города, которую затопили, в принципе. Но идет гигантский такое, значит, реконструкция центральная, наверное. Это центральная, да, улица? Это центральная улица, вот тут такие дома, все красится. Есть мнение, что ждут приезда Путина, поэтому все вот так вот делается. Ну, конечно, у людей настроения тут разные, потому что основная проблема до сих пор не решена. Жилье до сих пор не построено. И темпы строительства именно жилья существенно снизились с приходом Кобзева в первую очередь, потому что при Левченко темпы строительства были гораздо выше. Вот, но вот здесь вот какое-то движение идет, что-то делается, что-то справляется. Вот, говорят, 16 миллиардов рублей в эту реконструкцию, но при этом вот местные товарищи говорят, что канализационные трубы не поменяли. Извините, сколько лет там канализационным трубам этим, которые лет 40 не... уже. Лет 40, и их не заменили. Просто сверху положили новый асфальт, новую дорогу, а трубы все. И то есть некоторые трубы, которые вы видели, доставали... Там ее зацепили, видимо, зацепили трактором, вытащили, вырвали, да? И что она из себя представляла, эта труба? То есть она сгнила? Конечно. Она уже ничего не держит? То есть можно сказать, что вот этот весь асфальт, вот эта вот вся относительная красота, у нас поплывет, наверное, там через год, через два. Да, и все это придется опять выкапывать, все это переделывать, потому что делается наспех. По всей видимости, здесь как такового проекта-то нету. Про это я не знаю, про проект. Ну, я как-то с одним приходила, разговаривала. Он армянин по национальности, но я поняла, что он работает. И вот он мне тоже с ООН сказал, говорит, ну, они там работали в районе магазина «Хлеб-соль». Они что-то рыли. Я говорю, что уже не успели сделать обрушевой? Он говорит, да-да, по-хорошему, мол, надо было трубу менять, канализационную. Я говорю, а почему не поменяли? Не потому, что в проект не заложено. Ну, я, правда, удивилась, что как это в проект не заложено. Ага. Ну, им лишь бы деньги сейчас отмыть, деньги в карман положить, а что будет завтра, их не интересует. Ни эту власть, ни этот, скажем так, бизнес, никто никому ничего не должен. Как у нас любят говорить, «Единая Россия». Вот. И после нас хоть, как говорится, там потоп. Вот и вся идеология нынешней власти. Вот так, ребят, смотрите, сами думайте.